Вести Северодвинска о спорте. На чемпионате города по мини-футболу кипят нешуточные страсти. Три команды борются за выживание в высшей лиге. Накануне «Строитель» «Техавто» принимал на своем поле футболистов «Позитива». За выживание в высшей лиге чемпионата города по мини-футболу ведут борьбу команды «Беломорец», «Строитель», «Техавто» и «Позитив». Последние две встретились в очном противостоянии. В первом круге игроки «Позитива» уступили «Строителю» и в ответной игре были полны решимости взять реванш. Первую половину матча «Позитив» выиграл со счетом 3-1. В начале второго отрезка игры хозяева поля переломили ход матча и сначала сумели сравнять счет, а позже и вовсе вышли вперед. После четырех пропущенных мячей футболисты «Позитива» нашли в себе силы и ответили одним точным ударом, но хозяева вновь довели разницу до двух мячей. В валидольной концовке Вячеслав Тердунов с десятки сначала сократил счет, а на последних секундах он же свел матч в ничью. Забив в данном поединке 5 мячей, Вячеслав вышел на первое место в списке бомбардиров с 20 голами. Хотелось выиграть, очки нужны, потому что очков будет не хватать, так вылетим в первую лигу опять, вернемся обратно. А так все хорошо получалось, команда довольна сегодня, молодцы все. В чем минус, чего не хватает все-таки? Не хватает сыгранности, скорее всего. Команда, игроки пришли с разных клубов, сыгрываемся. Не получается пока ничего, потому что с первой лиги вышли, уровень совсем другой, тяжело играть, но будем стараться. Напомним, что по окончанию чемпионата высшую лигу покинут три команды. Занявшая 8-е место отправится в дивизион ниже напрямую, 7-я и 6-я сыграют стыковые матчи. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.